представляем вам применение специализированных лапок на примере бытовой швейной машины Juki K65. Если вам необходимо прошить кожу или замшу, отличным решением станет тефлоновая лапка. Она обеспечит беспрепятственную подачу кожи под иглу. А для оформления изделия тонкими декоративными шнурками можно использовать трехжелобковую лапку для шнура. Вам только нужно заправить шнурки в желобки под пластиной на лапке и установить любую из строчек типа зигзаг и прошить. В итоге вы получите красивое декоративное оформление шнурком.